Всем подписчикам привет! Репортаж из осеннего леса. Начало сентября. Вылазка за грибами. Выработки старые от шахт. И наткнулись уже на первые рыжики. Интересный гриб рыжик. Рыжик сосновый. Семеечка рыжиков, уже вторая семеечка. Интересный гриб. Очень хороший гриб, который идет во все виды кулинарной обработки. Жарка, варка, засолка. В свое время Россия экспортировала рыжики в шампанском, которые произвели фурор на Парижской выставке начала 20 века. Они экспортировали рыжики размером в бутылочное горлышко, которые проходили через горлышко бутылки из-под шампанского, и засаливали. И рыжики были отборные, размером не более 2-копеечной монеты. Считались деликатесом в то время. Рыжики в шампанском так и назывались. Это очень хороший гриб, который имеет аромат неповторимый. Есть рыжики сосновые, вот этот у нас как раз растет рядом с сосной, образует микоризу с сосной. Есть рыжики еловые, но отличие небольшое в цвете шляпки. Что из себя представляет этот гриб, рыжик? Я сейчас срезаю, покажу вам близко его. Это гриб напоминающую волнушку, то есть имеет шляпку рыжую, и название его рыжик, с концентрическими кругами. То есть на шляпке море концентрических кругов. Пластинчатый гриб на срезе, ножка полая, дает такой розовый рыжий сок. Млечный сок, это гриб млечник. И после срезания, вот я срезаю еще раз, еще один рыжик, более молодой. Видите, сок у него. Солнечный гриб такой. Идет во все виды кулинарной обработки. Это жарка, варка, засол. Особенно хорош в засоле. Неповторимый аромат. Если еще солить в деревянных бочках сосновых, вообще неповторимый вкус у него. Рыжик сосновый. Собирайте, подписывайтесь на канал. Всего доброго!